Шаббат, Йом Мевурах, Йом Тов. Шаббат благословенный и хороший день. Ани роце леатхиль митфиля. Я хочу начать с молитвы. Аба, анахну модим леха вур кииля шелану. Отец, мы благодарим тебя за нашу общину. Аль коль анашим ше йошвим по, ше йошвим бебатим, коль ми ше мистакел отану онлайн. За всех людей, которые сидят здесь и сидят дома и смотрят нас онлайн. Шета патахта эт левавот шелану безмано. Что ты открыл в свое время наши сердца. ואנחנו מכירים אותך ומתקרבים אליך. И мы знаем тебя и приближаемся к тебе. ואני מבקש שאתה תדריך אותי במסר הזה. Я молюсь, чтобы ты благословил это слово. ותפתח את הלבבות של כל האנשים שיושבים ומקשיבים. И открыл сердца всех людей, которые сидят и слушают. Амен. היום אני רוצה לדבר על נושא מסוים. Я сегодня хочу поговорить про определенную на определенную тему. הנושא הזה אנחנו ממש כבר פוגשים אותו מתחילת הבראשית. И эту тему мы встречаем с начала книги Бытия. הנושא הזה נקרא הודיה. И эта тема называется благодарение. אתם זוכרים כבר ממש בתחילת הבראשית, אנחנו רואים איך לדוגמה הילדים של אדם וחווה הם מביאים מתנות לאלוהים. Вы помните, как в самом начале книги Бытия дети Адама и Ева приносят свои дары Богу. כלומר, הודיה זה ממש מתנה מאלוהים, זה משהו שהוא כבר הכניס בתוכנו שיש לנו ואנחנו יכולים להשתמש בזה. Благодарность это тот дар, который Бог дал нам, который вложил внутрь нас, и мы можем использовать его. וכבר מהתחלה אנחנו רואים איך הוא בעצם מתגשם. И с самого начала мы видим, как он исполняется. אני לא מזמן קראתי איזשהו פסוקים מספר לוקאס, מאיגרת של הלוקאס, על עשרה אנשים מצורעים. Я недавно прочитал Евангелие от Луки и тот отрывок, где описываются 10 прокаженных. אנחנו עוד מעט נקרא את זה, ואז ממש פשוט בלט לי שם מילה שישוע מדבר על הודיה. И там действительно обратил внимание, как оно высветилось для меня это слово, где Ишуа говорит про благодарение. אז בוא אנחנו נפתח, זה לוקס פרק 17, מפסוק 11 עד 19. Давайте мы откроем Луки, от Луки 17 глава, с 11 по 19 стих. ונקרא את הפסוקים האלו. И прочитаем эти стихи. אז נקרא ישירות ברוסית. 17, 11, 19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: Ишуа, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И этот был самаритянин. Тогда Ишуа сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. אז הנה הסיפור שאנחנו רואים על עשרה מצורעים. Вот рассказ про 10 прокаженных. וכשאני קראתי את זה, ממש פסוק 17 ו-18, הוא כל כך בלט לי, ישוע אומר, איפה כולם? למה הם לא חזרו לתת כבוד לאלוהים? Когда я читал тогда стихи 17 и 18, действительно прям для меня выделились каким-то образом, когда Ишуа сказал: все, где все остальные, почему они не вернулись воздать славу Богу? Вас потом хашавти. עד כמה חשוב לאלוהים שאנחנו אומרים לו תודה. И тогда я подумал, насколько важно Богу, чтобы мы говорили ему спасибо. ובאמת אנחנו לא פעם ולא פעמיים קוראים בפסוקים בברית החדשה גם בתנ"ך מילים שהוא אפילו אומר ומצווה תודו לאדוני. И мы читаем и в Торе, и в Новом Завете, и в Псалмах, где он заповедует, говорит: воздавайте славу Богу. בפסוליניקיצם 5 בפסוק 18 כתוב שם על כל דבר הודו לאלוהים כי זה רצון האלוהים. Филосаленгийцах 5 главе 18 стихе написано: за все благодарите, ибо такова вас воля Божья. תקשיבו טוב, הוא אומר, כי זה רצון של אלוהים. Ибо такова вас воля Божья.
כמה פעמים אנחנו גם שמענו ואנחנו אפילו מכריזים ובשירים שלנו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. Сколько раз мы слышали это то, что мы поём в наших песнях, хвалите Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. ומי שמכיר את השיר הזה, אין שם מילים אחרות. И кто знает, הודו לאדוני, הודו לאדוני, הודו לאדוני, כל השיר הזה. И кто знает эту песню, все там других слов нет, там только постоянно повторяются слова: славьте Господа и вовек милость его. אז מה שאני מבין ואני חושב שגם אתם מבינים שהודיה היא חשובה לאלוהים. И вот эта благодарность Богу, она очень важна для него. וזה מה שהוא הכניס אותנו עוד מלכתחילה. И это то, что он дал нам ещё с самого начала. אתם יודעים, אני היום עשיתי איזשהו סקר מבוגרים וילדים אצלי בבית. Я сегодня сделал такое исследование и перед взрослыми и детьми у меня дома. וזה מה שאני עכשיו אשאל אתכם. תנסו לדמיין עכשיו לעצמכם את הסיטואציה. אתם יכולים אפילו לסגור אולי עיניים. И я хочу спросить у вас то же самое. Вы можете даже закрыть глаза и представить себе такую ситуацию. אתם עשיתם למישהו טובה. Вы кому-то сделали что-то хорошее. ממש השקעתם את עצמכם, השקעתם את הזמן שלכם. Сделали что-то очень хорошее, вы вложили в это свое время. אולי אפילו השקעתם כסף. Возможно, вложили деньги. ונתתם את זה למישהו, מכל הלב. И от всего сердца вы этот дар с большой радостью дали кому-то. ואתם מחכים לתגובה של בן אדם. И вы ждете реакцию этого человека. ואז הוא לא אומר לכם שום דבר. И он все не говорит вам ничего. כלום, לא תודה, לא כלום, שום דבר. Ничего, ни спасибо, вообще ничего. עכשיו תגידו לי, מה אתם מרגישים? Скажите тогда, что вы чувствуете? תזרקו, מה אתם מרגישים? Скажите, что вы чувствуете? Разочарование, אכזבה. מה עוד? זלזול. זלזול, пренебрежение. עוד. Обида, нелавим. Неприятное зло. Маргишим гам каас, улай. Возможно, даже чувствуете, что вы сердитесь на этого человека. Од? Ата митпале, эх за холиот, эх. И вы не понимаете, как такое может быть. Од? Еще что-то чувствуете? Гава, окей. Од макшавот. Виктор, מה אתה מרגיש? לא קורה לך, נכון? כולם אמרו. אז אני באמת, אני אקרא לכם באמת מה אנשים מרגישים, ואני באמת רוצה שגם אתם תרגישו את התחושות האלו. И я хочу сказать вам, что чувствуют, что мне ответили, и вы просто поймите эти чувства, прочувствуйте их. ומה שמעניין זה הרגשות של כולם, גם של מבוגרים, גם של נוער וגם של ילדים. И я хочу, чтобы вы поняли, что неважно, дети, маленькие, большие или взрослые, чувства у всех одинаковые. עצב. Разочарование. Каас. Злость. Нелавут. Обида. Рихук ми бен адам. И хочется отдалиться от этого человека. Та ло роце бихлаль ютер лидабер эту. Ты больше не хочешь с ним даже разговаривать. Ло роце льет хавер шело ютер. Не хочешь быть больше его другом. Та маргиш и неймут. Чувствуешь себя неприятно. מרגיש שלא מכבדים אותך. Чувствуешь, что тебя вообще не уважают. זה מעליב אותך. Это обижает тебя. התעלמות. Игнорирование. כן, אמרנו גם זלזול. И пренебрежение. כאב בלב. И сердце начинает болеть. בזבוז זמן. Потеря времени. ובאמת חוסר הערכה, חוסר כבוד, כל מה שאמרנו. И все, что мы уже сказали, недостаток уважения, недостаточно вас не оценили, все, что мы уже говорили. אז תחשבו, הנה הדבר אחד קטן של הודיה, למה זה גורם בעצם. И просто поймите, вот это небольшая вещь, как такая, как благодарность, к чему может привести. וזה כל אחד מרגיש. И каждый это чувствует. ואני רוצה להגיד לכם שאלוהים הוא לא שונה. И я хочу вам сказать, что Бог в этом смысле не отличается. כי הוא ברא אותנו לפי דמותו. Потому что он сотворил нас по своему образу. זה מה שגם אלוהים מרגיש. И это то, что Бог чувствует.
Это те чувства, которые возникают у него. Возможно, его реакция отличается от наших реакций. Но чувства у него тоже есть. И поэтому, когда он что-то делает в нашей жизни, он очень ценит нашу благодарность за то, что он дает нам. И, כמו שאני אמרתי, הפסוק הזה שאנחנו שרים אותו, עודול אדוני כי טוב כי לעולם חסדו. И когда мы поем вот эту песню прославления, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. הנה היום Игорь דיבר על חסד. Сегодня Игорь говорил про милость. זה מצחיק קצת, איך שהוא משתמש בזה, אומר, חסד и милость. חסד и милость. Он говорит חסד и милость. Комар бы иврит, вы бы русит. То есть он на одно и то же слово повторяет на иврите и на русском, хотя это одно и то же слово. אבל מה שמעניין באמת בכתובים הרבה פעמים חסד משתמשים בתור מילость. Часто милость используют как милость. О, хесед бетор милость. Что такое? Хесед. Хесед используют как милость. ולפעמים хесед זה благодать. А иногда хесед используют как благодать. Какая разница? Когда говорится про милость, милость — такой перевод правильный. Когда ты милость, когда ты не даешь? Милость, когда ты не даешь человеку то, что он заслужил. А благодать, когда ты даешь то, что он вообще не заслужил, ты даешь намного больше. Это то, что Бог делает в нашей жизни. Благодать, Он дает нам намного больше, чем мы заслужили. И Он говорит, прославляйте Господа, ибо Он благ. Это Его характер, Он благ. И Он дает нам. И даже если мы не благодарим Его, а потом Он чувствует все, что, о чем мы сейчас говорили, Он настолько благ, что Он не отнимает от нас свои милости и благодати. И это то, что мы можем научиться от Него. דבר שני, מה שאני רואה, второе, что я увижу, תסתכלו בהתחלה, אומר, עשרה מצורעים באו וביקשו, ישוע, תרפא אותנו. 10 прокаженных пришли к Иешуа и сказали ему, исцели нас. בקשות שלנו תמיד עולות על הודיה שלנו. Наши просьбы всегда выше нашей благодарности. אנחנו לפעמים כשאנחנו מתיישבים עם הילדים להתפלל, мы иногда, когда молимся, садимся с детьми молиться, אז אני אומר, הנה אביגל, בואי תתפללי, או הודיה, בואי תתפללי. И я говорю, Авигаль, помолись, или הודיה, помолись. או לא משנה למי אני שואל. И неважно, кого я спрашиваю. אז הם לפעמים שואלות, על מה להתפלל? И тогда они говорят, о чем помолиться? מה הבעיה? Какая проблема, о чем надо молиться? והאמת, ילדים לא הרבה שונים מבוגרים. И, честно говоря, дети не сильно отличаются от взрослых. אנחנו מביאים לפני אלוהים את הבעיות שלנו. Мы перед Богом приносим наши проблемы. Это בקשות שלנו. Наши просьбы. וזה טוב. И это хорошо. אבל איפה הודיה? Но где благодарность? וישוע אומר, הנה, עשרה באו, עשרה ביקשו, כולם מבקשים, אבל למה רק אחד חוזר? Вот Иешуа сказал, а где же 10 пришли, 10 попросили, а почему только один вернулся? למה כל כך מעט הודיה והמון בקשות? Почему столько мало благодарности и столько много просьб? אני חושב שזה באמת גם שיעור אלינו. Я думаю, что это урок для нас. שאנחנו גם נוכל יותר להודות לאלוהים מאשר לבקש. Чтобы мы могли больше благодарить Бога, чем просить. מה שמעניין, אם אנחנו גם נסתכל פה, если мы посмотрим здесь, Иешуа אומר, תסתכלו מי הגיע. Иешуа говорит, посмотрите, кто пришли. תסתכלו מי הבחור הזה. Посмотрите, кто этот парень. Он самаритянин. Я не знаю, кто были другие люди.
אני חושב שהם גם כולם היו שומרונים. Я думаю, что все были самаритяне. И за кстати геони, ки у немца бен Шомрон, ли бен Галиль, в за квуца и хачель мецураим, а с бедерех клаль иудим в Шомроним лена губы яхат. Потому что он находился между Галилеей и Самарией, и там была одна группа прокаженных, и не всегда евреи заходили туда. Ло, бедерех клаль иудим в Шомроним лой тарбуву бы яхат. А и обычно и евреи и самаритяне не общались друг с другом. А с канире кулама ю Шомроним. Наверное, там все были самаритяне. Аваль еш по дугма элейну ишу омер, а филу Шомрони и гия ве амар тода. Но здесь Ишуа говорит, даже самаритянин пришел и воздал Богу благодарность. А скаль ве хомер ше иудим црехим лягит тода. Так естественно, более того, евреи должны приходить и говорить спасибо Богу. אז אם מישהו בן אדם רגיל ופשוט יכול להגיד, להגיד תודה, אז כמה וכמה אנחנו אנשים מאמינים? Если простые люди приходят и говорят Богу спасибо, то насколько мы верующие люди должны сказать Богу спасибо? אחד מהדברים, מה שבאמת מאפיין את הבן אדם מאמין, שהוא יודע להגיד תודה. Одно из качеств верующего человека, он должен уметь говорить спасибо. כמו שכתוב, תמיד תודו לאלוהים, תמיד, על הכל תודו לאלוהים. Как говорится, всегда благодарите Бога, за все благодарите Его. וזה המאפיין שלנו. И это определяет нас. אז לא רק שומרוני, אם שומרוני עושה, אז גם אנחנו בוודאות. Не только самаритянин, если самаритянин делает, то и мы, естественно. בוא נסתכל פה מה קורה בעצם עם הבן אדם הזה. Давайте посмотрим, что происходит с этим человеком. בדרך ראו שנרפאו. Они увидели по дороге, что они получили исцеление. ואז אחד ישר חזר להגיד תודה לאלוהים. И тогда один тут же вернулся воздать славу Богу. אני לא יודע עד כמה רחוק הם הלכו. Я не знаю, насколько далеко они ушли. אבל מה שאנחנו יכולים לראות, כשבן אדם חוזר, ישוע נמצא עדיין באותו מקום. Но мы видим, что когда человек отходит, Иешуа все еще остается в том же месте. זאת אומרת, הוא ממש הספיק לחזור ולהגיד תודה לישוע. Он успел вернуться к Иешуа и сказать ему спасибо. אז יש פה שיעור שההודיה היא צריכה לבוא מיד. Это, здесь у нас урок, что благодарность должна прийти немедленно. כלומר, אנחנו צריכים להודות מיד על מה שאנחנו רואים שאלוהים עושה בחיינו. Мы должны немедленно поблагодарить Бога за то, что мы видим, что Он делает в нашей жизни. כי אם הוא היה מתרחק וממשיך ללכת. Потому что если бы этот человек отдалился и продолжил бы идти, אולי כמו שעשו עשרה אנשים האלו. Возможно, как сделали остальные девять. כשהוא היה חוזר Иешуа לא היה באותו מקום. Когда бы он вернулся, Иешуа бы уже не ждал его в этом месте. כן, אלוהים תמיד נמצא באותו מקום. Бог всегда находится в том же месте. הוא נמצא בכל מקום, והוא תמיד מחכה לנו. Он находится в том же месте, он всегда ждет нас. אבל פה שיעור שתלמדו להודות מיד. Но здесь урок, чтобы вы научились сразу же благодарить Бога. אנחנו יכולים אפילו פה לראות עוד משהו. מצד אחד, הם היו צריכים לקיים את המילה של ישוע להגיע לכהן. И здесь мы видим еще один урок. Они должны были пойти к Иешуа, исполнить его слово, показаться священнику. זה מה שהם הלכו ועשו, וזה מה שעשו גם כנראה את האנשים התשעה האחרונים. Это то, что они должны были сделать, они это сделали, и этот десятый, и девять, которые были с ним. אבל הבחור הזה שחזר, הוא כנראה לא הגיע אל הכהן. Но тот, который очистился по дороге, он не дошел до священника. Он посмотрел на себя по дороге, он увидел, что он исцелен, и он вернулся воздать славу Богу. И то, что мы говорим, Иешуа не сказал ему, а почему ты не пошел к священнику, как я тебе сказал? כי הוא רואה שההודיה היא אפילו הרבה יותר גדולה מאשר ללכת ולעשות ולהמשיך. Потому что благодарность, она намного более важна и намного больше, чем продолжить повиноваться. כלומר, אנחנו רואים פה חשיבות של הודיה. Мы видим здесь важность благодарения. אני רוצה לתת לכם דוגמה, דרך אגב, בחיים שלנו. Я хочу дать вам пример из нашей жизни.
לפעמים אלוהים עושה משהו בחיים שלנו. Иногда Бог делает что-то в нашей жизни. ואנחנו כבר רואים את התוצאה. И мы уже видим результаты. אנחנו כבר רואים בזמן התהליך שמשהו משתנה. Мы видим во время процесса, что что-то меняется. אבל אנחנו לא מודים לו. Но мы его не благодарим. אנחנו לא מספרים לאף אחד. Мы никому не рассказываем. כי אתה אומר לעצמך, חס ושלום, אולי זה לא יצא עד הסוף. И тогда, потому что ты говоришь, уай, только бы не, ну не то чтобы не сглазить. Чтоб не сглазить. Да-да, чтоб не сглазить. Вдруг до конца это у меня нахон, у меня это уже лучше стало, но вот я подожду, что это до конца и исполнится. וזה מה שאולי השרה, התשעה עשו. הם הלכו, אמרו, אנחנו רוצים לקבל וידוי מכהן שבאמת נרפאתי. И это то, что сделали эти девять. Они продолжили идти, чтобы получить вот эту печать священника, что они точно получили исцеление. ואישוע אומר, לא, תתחיל כבר להודות. А Иешуа говорит, нет, ты увидел это чудо, начни уже благодарить. תתחיל כבר להודות על מה שאתה כבר רואה ויודע. Начни уже благодарить за то, что ты видел и знаешь. אני לא מדבר על זה, להודות על משהו שעוד לא קרה. Я не говорю благодарить за то, что еще вообще не произошло. יש כאלו שנוהגים לעשות את זה. Есть те, которые так делают. אבל לא על זה. כשאתה רואה כבר את התוצאות, גם תוצאות קטנות, תתחיל להודות לאלוהים. Когда ты видишь результаты, даже маленькие результаты, начни благодарить. אז זה עוד שיעור מה שעד כמה חשוב להודות לאלוהים ולהודות מהר כשאתה רואה כבר איזה שהם תוצאות. Это еще один урок, насколько важно благодарить Бога и благодарить Его сразу, когда ты только начинаешь даже видеть какие-то изменения и результаты. מה זה בעצם בכלל ההודיה שלנו? И что значит наше благодарение? כשאנחנו מודים לאלוהים, когда мы благодарим Бога, אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מכריזים это яд של Элоим, это פעילות שלו בחיים שלנו. То, что мы делаем, мы провозглашаем Божью руку и Божье действие в нашей жизни. אנחנו נותנים לו כבוד ואומרים, זה אתה עשית. Мы даем ему славу и честь, и мы говорим, это ты сделал. זה לא בא ממני. Это не от меня. אני רואה שאתה השתתף, אתה שותף, אני יודע, זה שלך. Я вижу, что ты участвовал, ты мой партнер, это твое. אז בעצם אנחנו נותנים לו את הכבוד. Мы ему даем эту славу и честь. ופה באמת ישוע אומר, למה רק אחד חזר לתת כבוד לאלוהים? И тогда Иешуа говорит, почему только один вернулся воздать славу Богу? וכשהפוך, גם כשאנחנו לא מודים לאלוהים, и когда мы не благодарим Бога, אז בעצם אנחנו מתרחקים, тогда мы отделяемся от Него, ואז את העשייה, מה שקיבלנו, מה שקרה, אנחנו משייכים את זה למישהו אחר או למשהו אחר, тогда, או לעצמנו שעוד הכי גרוע. Тот результат мы приносим славу кому-то другому или самому себе, что еще хуже. אני אתן לכם דוגמה. Я дам вам пример. זה מה שהיום גם חלק מפרשת שבוע שלנו. И это то, что часть нашей недельной главы сегодня. אנשי סדום ועמורה. Жители Содома и Гоморы. הארץ שלהם, או המקום שהם חיו בו, היה ממש ממש טוב כתוב, כמו ארץ מצרים, כמו גן עדן. И то место, Содом и Гоморра, была очень плодородная и очень хорошая земля, написана как райский сад, как египетская земля. כמו ארץ מצרים. Как египетская земля. למרות שהיא נמצאת בארץ כנען. Хотя это место находилось в земле ханаанской. אבל היא הייתה מיוחדת. Но это место было особенным. כי על ארץ כנען כתוב שהיא תלויה ישירות מאלוהים. Потому что про землю ханаанскую написано, что она, эта земля полностью зависит от Бога. אלוהים נותן גשם, נותן את כל הפוריות, יש קשר ישיר, הכל תלוי רק באלוהים. Потому что только если есть дождь, тогда есть, эта земля становится плодородной, а дождь полностью зависит от Бога. וארץ מצרים לא תלויה באלוהים. А земля египетская не зависит от Бога, от дождей. יש שם כבר הכל. Там есть уже и так все. כמו בגן עדן, הכל מוכן, יש הכל, רק תאכל. Как в Эдемском саду, все готово, все есть, только снимайте плоды. ואז מה שאנחנו רואים שבעצם אנשי סדום ועמורה הם הכל קיבלו, קיבלו, קיבלו ולא ידעו להודות לאלוהים. И мы просто видим, что жители Содома и Гоморры, они получали, получали, получали и не воздавали никакой благодарности Богу.
Они вообще никакой связи с Богом не имели. Они не подумали воздать Ему славу за то, потому что все это принадлежит Ему. И это привело к большой гордости. Они говорили, это все наше, и это их эгоизм возрастал. ואני חושב שאתם יודעים מי היו אנשים האלה. И вы знаете, кто были эти люди? איזה תכונות היו להם? Какие качества у них были? ואלוהים הורס הכל. И Бог все это разрушил. משמיד את כל האדמה עם כל האנשים. Он уничтожил всю эту землю со всеми этими людьми. אז כשאתה לא יודע לתת כבוד לאלוהים, когда ты не умеешь воздать славу Богу, זה מביא גאווה. Это приносит тебе гордость. ואם אנחנו נסתכל בפסוקים האלו, אנחנו רואים כשהשומרוני הזה הגיע. И мы когда посмотрим на эти стихи, мы увидим, что когда этот самарянин пришел, הוא נפל על הברכיים שלו בזמן ש написано, что он упал на колени во время своей благодарности. Когда мы благодарим, это делает нас кроткими людьми. А когда мы не благодарны, это поднимает нашу гордость. Я это достиг. Это просто случайно произошло. Так произошло, он мне, этот человек, помог. Ему принадлежит слава и благодарность. Воздай всю славу Богу. כתוב, אני רוצה לקרוא מרומים, פרק אחד, פסוק 21. Из послания к римлянам, 1 глава, 21 стих. אז בוא תפתחי אצלך. פרק אחד, אל הרומים, פסוק 21. Римлянам, 1 глава, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и не омрачилось неосмысленное сердце их. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Окей. С тем роим, что им ядует Элоим. Они знали Бога. Им рау это яд шило, это пыуля шило бхаим. Они познали Бога, они видели Его действие, Его руку в своей жизни. Но они не могли возблагодарить Его. Они не могли сказать: Бог, это от Тебя, благодарю Тебя. Возможно, у и ветлаем это мог шилаем. И тогда написано, что Он ослепил их разум. И тогда они стали делать 1, 2, 3, 4. Вы можете прочитать дома. Это то, что случилось с Содомом и Гоморой. Не дали честь и славу Богу. Посмотрите на всю жизнь Иешуа. Когда Иешуа делал чудеса, נס גדול, משהו שאף פעם לא קרה. Такие чудеса, которые никто не мог до этого делать. כל אנשים נדהמו, איך זה יכול להיות. Все люди были в удивлении, как такое может быть. איך פתאום עיוור מהלידה רואה. Как вдруг слепорожденный начинает видеть. איך פתאום בן אדם קם לתחייה. Как человек, который умерший, воскресает. О дворим домим. Или подобные вещи. Коля нашим катув тамид. Аллилуйя Тадунай. Написано, что все тогда воздавали честь Богу, славу Богу. Давали славу Богу. А валим анахну не стакель аль прушим ве коаним. Но если мы посмотрим на священников и фарисеев. А им натну кавод для Дунай? Воздавали ли они славу Богу? Тагиду ли атем? Скажите вы. Ларов, им лон натну, им ору, маусе? В основном они говорили: нет, что это он такое делает в субботу? Посмотрите, столько людей идут за ней, мы теряем нашу власть. Все это видят. Просто однозначные чудеса были. Но не все воздавали славу Богу за это чудо. Не все благодарили Бога за то, что случилось. וכמו שאמרתי בהתחלה, אלוהים רוצה שאנחנו נדע להודות לו. И как я сказал в начале, Бог хочет, чтобы мы умели благодарить Его.
ואז אני שואל, איך אנחנו בכלל יודעים, או איך אנחנו צריכים להודות לאלוהים? איך אנחנו מודים היום לאנשים, איך מודים לאלוהים? ותגדה я спрашиваю, как мы сегодня благодарим людей и благодарим Бога? אז יש בעצם שלושה דברים. Есть три вещи. איך ההודיה מתבצעת? Как можно проявить свою благодарность? תזכרו בעצמכם, נגיד מישהו עשה לכם טובה. Просто вспомните себя, кто-то вам сделал что-то хорошее. Ма тем умрим, ма тем осим. Что вы говорите ему? Ма? Туда. Умрим, лефахот, умрим ло туда. Ну, по крайней мере, как минимум, надо сказать спасибо, я очень тебе благодарен. Клумар, эхад... מהדברים, איך ההודעה מתבצעת, זה על ידי מילים שלנו, רגשות שלנו. То есть одно из вещей, как благодарить, это выражать эту благодарность словами. אפשר אולי אפילו לכתוב. Может быть, даже можно написать. אבל זה משהו שאתה עושה במילים שלך. אתה אומר, תודה, כל הכבוד, כל כך עזרת לי. Но это то, что ты делаешь своими устами. Ты говоришь, спасибо тебе, какой ты молодец, я так благодарен, ты мне так помог. דבר שני, איך אפשר, איך זה מתבטא, הנה נסטיה אמרה, נותנים מתנה. Второе, то, что сейчас Настя сказала, мы можем отблагодарить и дать и подарить человеку какой-то подарок в благодарность. הלב שלך כל כך מלא. Твое сердце настолько переполнено. ואז אתה אומר, וואו, אני רוצה לתת משהו לבן אדם. И тогда ты говоришь, я хочу как-то благодарить этого человека. אתה מתחיל לחשוב, עד כמה הוא אפילו השקיע. И ты начинаешь думать, насколько этот человек вложился. לא מספיק רק להגיד מילים. Недостаточно мне просто его словами поблагодарить. אני רוצה משהו לעשות בשבילו. Я хочу для него что-то сделать. ואז הדבר השני שהוא בעצם קשור לכסף שלנו. אנחנו באים, מבזבזים כסף ונותנים לו איזושהי מתנה. קונים לו מתנה. И второе выражение благодарности, оно напрямую связано с нашими деньгами. Мы за свои деньги покупаем человеку подарок и дарим. אנחנו מקריבים את הכסף שלנו ונותנים משהו לבן אדם. Мы жертвуем своими деньгами, и мы покупаем подарок для этого человека. Сегодня очень это распространено в больницах. יכול להיות שאיזשהו מנתח עשה לך ניתוח. Возможно, какой-то хирург сделал тебе подарок, сделал тебе операцию. ואפילו יכול להיות שאפילו שילמת על הניתוח. И возможно, ты даже заплатил деньги за эту операцию. אבל הוא היה כל כך אדיב אליך, כל כך עזר, כל כך תמך. Но этот хирург, он настолько был участным, настолько поддерживал тебя, настолько вообще вложился в свою работу. Или, возможно, медсестра в больнице. Которая постоянно тебе помогала, от всего сердца о тебе заботилась. Или во время рождения ребенка, дула, может быть, так об тебе позаботилась. Которая постоянно была с тобой, постоянно тебе помогала. ולמרות שאתה כאילו משלם על הטיפול שקיבלת. И несмотря на то, что ты платишь за тот טיפול, за ту процедуру, которую ты получил. אבל הרגשות שלך, אתה רוצה לתת עוד, אתה רוצה לתת מעבר. Но у тебя такие чувства, что ты чувствуешь, что ты хочешь дать еще, хочешь дать больше, чем ты заплатил. אז אתה הולך ואתה קונה מתנה, אתה קונה פרחים. Тогда ты идешь, покупаешь подарок, ты покупаешь цветы. אתה קונה, אני לא יודע, נגיד, לא יודע, בקבוק יין עם שוקולד. Возможно, покупаешь бутылку вина или шоколад какой-то. אתה קונה איזשהו מסגרת מאוד מאוד יפה ואתה כותב שם את המילים עוד תודה שלך. Или какую-то рамку, где ты можешь такое написать благодарственные слова. ואני חושב שמה שאני אומר זה מוכר לכם. Я думаю, что то, что я говорю, это очень знакомо для многих из вас. אז זה דבר שני, איך אנחנו יודעים להודות. Это второе, как мы умеем благодарить. דבר שלישי. Третье. זה הוא קשור לזמן שלנו. Он, этот благодарность связана с нашим временем. אני רוצה לעשות טובה לבן אדם. חזרה, אני רוצה לעשות לו טובה, אני רוצה לעזור לו גם במשהו. Я хочу этому человеку, который оказал мне такую большую услугу, также в чем-то другом оказать услугу. אני רוצה לבוא לעזור לו, ללמד אותו משהו, לתקן לו משהו, איזושהי תמיכה. Прийти чему-то его научить, или что-то ему починить, или оказать какую-то поддержку. אז יש כל מיני אופציות, כן, אנחנו רואים. Есть разные опции, мы их видим. אבל זה קשור לזמן. Это все связано со временем. שאני מוכן להקריב את הזמן כדי לתרום
לתת, להחזיר לבן אדם מהלב שלי. Когда я трачу свое время для того, чтобы пожертвовать и отблагодарить этого человека. ואתם יודעים, גם לאלוהים זה אותו דבר. И с Богом то же самое. אם אנחנו מדברים על הודיה במילים שלנו, если мы говорим про благодарность нашими словами, אז זה קשור להלל. То это связано с прославлением. הלל, ריקוד. Танцы, прославление. משהו שאתה מבטא מכל הלב שלך. Что-то, что ты от всего своего сердца выражаешь ему. וזה, דרך אגב, זה רמה הכי פשוטה, הכי בסיסית. И это самая базисная, самый простой базисный уровень. אלוהים עשה משהו בחיים שלך, אתה אומר לו, תודה. Что-то сделал в твоей жизни, ты говоришь ему спасибо, спасибо, что ты мне помог, услышал меня. Не забывать благодарить, не через миллион лет после того, как вы получили что-то. Второе, что связано с деньгами. Это десятинные пожертвования. Не просто так об этом написано в Писании. Так чего же кола маасер шелану, что нахну мовим, кена сирит мима ше ешлану, мима ше нахну марвихим. Подумайте, что десятина это то, это десятая часть от того, что мы зарабатываем. Везе баецем ао дая шелану, аль маше Элоим нотен лану. И это наша благодарность за то, что Бог дает нам. Нахну ло мизман бе квуцат байт ламадну псуким ме мишлей. Мы недавно в домашней группе изучали места писания из притчей. В иврит за давка мод нехмат катов шам хабет эт адунай миколь онха у миколь пирота решонот миколь дворим решоним. И там написано: чти Господа от начала от начатков твоих. והמילה הזאת, כבד, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים, כמו שישוע אמר, למה הוא לא הגיע לתת כבוד לאלוהים? И это же слово, чти Господа, это то же слово, которое использует Ишуа, когда он говорит, почему они, эти девять не вернулись почтить Господа? זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לו את המעשר, את הכסף שלנו, את הדברים הראשונים שהרווחנו, שהשגנו, זה נותן כבוד לאלוהים. То есть, когда мы даем эту десятую часть того, что мы достигли, того, что мы заработали, это благодарность и наше почтение Богу. והדבר השלישי זה שירות שלנו. И третье это наше служение. שהוא קשור לזמן, זה שירות. Которое связано со временем, זה זמן שאנחנו משקיעים בשביל מלכות האלוהים, בשביל לעזור לאנשים. Это время, которое мы посвящаем царству Божию, чтобы помогать другим людям. אתם זוכרים את הפסוקים כשישוע דיבר אומר, יהיה זמן בסוף הימים, כשאתם תבואו אליי ואני אגיד לכם, לכו מפה, אני לא מכיר אתכם, כי כשהייתי רעב לא עזרתם לי, כשהייתי חולה לא ביקרתם אותי. Помните, Ишуа говорит, что в конце времен вы придете ко мне, я скажу, отойдите, я не знаю вас, потому что когда я был голоден, вы не накормили меня, и когда был в больнице, вы не посетили меня. И тогда люди эти скажут, как это, где мы тебя видели? Все, ты воскрес, поднялся на небеса, и больше мы тебя не видели. Где мы тебя могли видеть? И тогда Ишуа скажет, если вы не сделали одному из малых сих, то есть одному из людей, которых вы видели в нужде, то вы и мне это не сделали. А когда אנחנו משרתים לאנשים, אז אנחנו בעצם נותנים כבוד, אנחנו משרתים לאלוהים. Когда мы служим Богу, тогда мы воздаем ему честь и служим ему. Когда мы служим людям, мы воздаем Богу честь и служим ему. ולפעמים מתוררת שאלה. Иногда возникает вопрос. איך אני יכול להודות לאלוהים אם אצלי הכל כל כך רע בחיים? Как я могу благодарить Бога, если у меня все плохо в жизни? אתה מסתכל, אתה רואה, זה לא טוב, זה לא טוב. Ты смотришь, ты видишь. כל בלגן. Это плохо, все рушится, вся жизнь балаган. ובן אדם נכנס רק לדיכאון יותר ויותר. И тогда человек заходит в депрессию все больше и больше. אתה אומר, אני לא רואה. И он говорит, я не вижу. Ма питарон, ма усим. Какое решение этой проблемы, что мне делать? Они хочешь, что
בפסוקים כשישוע, לא ישוע, כשכתובים על כל דבר תודו לאלוהים. Я думаю, что когда есть места Писания, где написано за все благодарите Бога. אז זה כבר חלק מהתשובה. Это уже часть ответа здесь есть. הוא אומר על כל תודו לאלוהים. Он говорит за все благодарите. כלומר, גם אם אתה נמצא במצב קשה, במצב רע. Даже если вы находитесь в плохом состоянии. גם על מצב הזה תדע להודות. Даже за это состояние плохое знайте, умейте благодарить. אולי אתה לא מבין למה. Возможно, ты не понимаешь почему. אבל תתחיל להודות אפילו על זה שאתה נמצא שם. זה כן קשה לך. Начни благодарить даже за то, что ты находишься в такой ситуации. Тебе это очень сложно. אבא, אני מודה לך. Отец, я благодарю тебя. אני לא מבין למה זה קורה לי כל הדברים האלה. Я не понимаю, почему со мной все это происходит. זה מאוד קשה לי. Мне очень сложно с этим. אני מתפרק. Я просто рушусь. אבל אני מודה לך שאני יודע שאתה איתי. Но я благодарю тебя, потому что я знаю, что ты со мной. כי אלוהים תמיד איתך. Потому что Бог всегда с тобой. הוא עושה משהו בחיים שלך. И он делает что-то в твоей жизни. גם אם אתה בעצמך גרמת לנזק שלך, לעצמך. Даже если ты причинил себе вред. אלוהים איפה שהוא שם, הוא איתך, הוא מעודד ועוזר. Все равно с тобой, он тебе помогает и поддерживает. גם במצבים הקשים, תנסו ללמוד, תנסו למצוא דברים טובים. Даже в сложной ситуации постарайтесь найти положительные вещи. יש סרט כזה ואפילו ספר כזה מאוד ידוע נקרא פוליאנה. Есть такой фильм и книга называется Поляна. ממליץ לכולם לראות, להסתכל, לקרוא. Очень советую всем почитать или посмотреть фильм. הייתה שם ילדה אחת. Там рассказывается про одну. בכל מצב היא חיפשה איך להודות לאלוהים או איך לשמוח. Одну девочку, которая во всех ситуациях искала, как можно возблагодарить Бога или как радоваться. היא איבדה את ההורים שלה. Она потеряла своих родителей. היא אומרת, הנה, שניהם מתו. Она говорила, вот они оба умерли. מצב על הפנים. И состояние было ужасное. תחשבו, אתה מאבד את המשפחה שלך. Подумайте, когда кто-то теряет свою семью. היא נשארת לבד. Она осталась одна. אבל היא שואלת, איך אני יכולה עדיין לשמוח? איך אני יכולה עדיין למצוא משהו שאני אודה לאלוהים? Но она говорила, как я в этой ситуации тоже могу поблагодарить Бога. ואז ככה היא גם לימדה ועודדה את האנשים האחרים. И тогда она научилась ободрять других людей. על ידי מעשים שלה, על ידי עידוד הזה, לחפש את השמחה ולחפש הודיה, היא ממש שינה חיים של המון אנשים מסביבה. Через ее свидетельство, через ее радость, она изменила жизнь многих людей вокруг. אז תלמדו לחפש גם דברים טובים במקרה שלך. И начните находить положительные вещи в вашем состоянии. מקסימום אתה יכול לזכר אולי מה עשה לך אלוהים לפני זה, אולי בעבר. Даже вспоминайте то, что Бог делал с вами в прошлом. דבר אחד שהוא חד משמעי עובד. Первое, он точно действует. גם אם אתה לא מזכיר, לא זוכר, לא נזכר בשום דבר. Даже если ты ничего не вспоминаешь. אולי אתה כל כך בדיכאון, לא יכול לזכר בכלום. Возможно, ты в такой депрессии, что ничего хорошего вспомнить не можешь. תודה לו על העובדה. Просто поблагодари его за тот факт. שישוע וכיפר אותך. Что Иешуа искупил тебя. שאתה בן או בת של אלוהים. Что ты дочь или сын Божий. זה עובדה. Это факт. ואנחנו יכולים להודות על זה. И мы можем благодарить за него. עובדה שאנחנו עדיין חיים. Факт, что мы все еще живем. שאנחנו יכולים לנשום. Что мы можем дышать. אולי קשה. Возможно, тяжело. כי קשה לך. Потому что тяжело. אבל אתה עדיין חי. Но ты все еще живешь. אז אלוהים יכול לשנות את המצב שלך. И Бог может изменить твое состояние. אז תמיד חפשו על מה להודות לאלוהים. Всегда ищите, за что благодарить Бога. מה הודיה נותנת לנו? Что благодарность нам дает? כשאנחנו מודים לאלוהים, אז האמונה שלנו היא מתחזקת. Когда мы благодарим Бога, укрепляется наша вера. אנחנו מתחילים יותר גם לסמוך על אלוהים. Мы начинаем больше полагаться на Бога. כי כשאתה רואה שהוא עשה משהו, когда ты видишь, что он что-то сделал, אתה אומר לו תודה.
ты говоришь ему спасибо. И тогда ты говоришь: Бог, это ты сделал. Ты часть моей жизни. Я вижу твою руку в моей жизни. Тогда твоя вера возрастает. Ты переходишь на новый уровень и говоришь: вот, Господь, ты со мной, я вижу твою руку в моей жизни. И тогда твоя вера опять укрепляется. И тогда что-то происходит в это время. Божий мир, который превыше всякого понимания, он наполняет твое сердце. И не важно, что происходит вокруг тебя, Божий мир наполняет твое сердце. Он дает тебе новые силы. Он дает тебе надежду. И тогда у тебя есть новая сила продолжать. Эти вещи или просто благодарность, она очень важна для нас. Что мы могли продолжать идти вперед с крепкой верой и дать славу и честь Богу. Потому что это также наше свидетельство перед всем миром вокруг нас. אנחנו לפעמים, או בכלל אנשים, יכולים פשוט לסגור את העיניים ולהגיד, אני לא רואה את האלוהים. Мы иногда, или люди, которые вокруг нас, могут закрыть глаза и сказать, я не вижу Бога. עושים את זה בכוונה. И делают это специально. אני לא רואה את היד שלו. Я не вижу его руку. מה שקרה זה מקרה. То, что случилось, это случайно. מה הקשר לאלוהים? זה הכל פסיכולוגיה. Какая связь с Богом? Это все психология. Да, мы можем говорить про психологию. Есть много вещей, в которых мы сами себя убеждаем. Но есть вещи, которые Бог делает, и Но есть вещи, которые делает явно Бог, и это не может быть случайностью. И когда ты начнешь видеть его руку все больше и больше, ты поймешь, что это не случайность. Потому что когда ты начнешь искать, ты найдешь. Когда ты начнешь искать, что это не Бог, ты тоже найдешь. זה שיעור של היום על הודיה. И это ж сегодняшний урок о благодарности. אני רוצה לסיים בתפילה. Я хочу завершить молитвой. Аба, Отец мой, אני מודה לך על הדבר הזה. Я благодарю тебя за это слово. אני מודה לך שאתה נתת לנו את המתנה הזאת. Я благодарю, что ты дал нам этот дар. מתנה מיוחדת. Этот особенный дар. כשאנחנו יכולים לתת מהמילים שלנו, מהזמן שלנו, מהכסף שלנו, בשבילך. Когда мы можем уделить тебе свое время и пожертвовать тебе свои деньги и благодарить тебя своими словами. אני מודה לך שזה מביא לשלום. Я благодарю тебя, что это приносит нам мир. שאתה משנה את הלבבות שלנו. Когда ты изменяешь наши сердца. והכי חשוב, אני מודה שאתה תמיד איתנו. И самое главное, я благодарю, что ты всегда с нами. כמו שאמר דוד, שאני תמיד רואה, כן, כמו שרשום, как сказал Давид, пред собой я всегда видел Господа. גם קצת דון. Да, לפני מי אתה עומד, אלוהים גדול. И знай, перед кем ты стоишь, Господь велик. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. Пред собой я всегда видел Господа. הולך איתך. Он идет с тобой. הוא הולך לפניך. И он идет перед тобой. אבא, תודה שאתה פותח לנו את הדרך. Отец мой, благодарю тебя, что ты открываешь нам путь. Помоги нам держаться за тебя и идти за тобой. И не сворачивать на другой путь. Благодарим тебя, Господь. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь.